Друзья, программа сегодняшнего концерта называется «Созвездие талантов». Как только что сказал Дмитрий Коган, в нем примут участие 4 очень одаренных юных музыканта. Первого из них зовут Тимерлан Абичанов. Он уроженец Екатеринбурга, выпускник музыкальной школы имени Рахманинова и ныне обучается в музыкальном колледже при Уральской консерватории в классе профессора заслуженного артиста России Пешкова. Он лауреат многих конкурсов, в том числе обладатель гран-при 5-го международного фестиваля конкурса «Северная Венеция» в Санкт-Петербурге и гран-при 3-го открытого городского конкурса «Юные таланты Екатеринбурга». Выступает в Екатеринбурге и сольными концертами, а также в качестве участника камерного оркестра «Лицей Камерата». Итак, Луиджи Боккерини. Концерт для виолончели с оркестром. Первая часть. Исполняет камерный оркестр «Волга Филармоник». Дирижер, художественный руководитель Берлинского филармонического камерного оркестра, главный приглашенный дирижер симфонического оркестра Самарской филармонии Михаэль Цукерник, солист Тимерлан Абичанов. Екатеринбург. Thank you.
Сейчас вы услышите самую юную участницу сегодняшнего концерта, 11-летнюю Зиновию Нестеренко. Она ученица 4-й музыкальной школы города Тольятти, класс преподавателя Валентины Тимофеевны Волковой. За ее плечами столько побед, что они не уместились на двух страницах печатных. Очень талантливая девочка, она часто выступает как солистка, играет в ансамблях, имеет оба выступления симфоническими оркестрами. Сегодня она порадует нас музыкой Винявского. Итак, Винявский полонез ля мажор. Я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов, стипендиата фонда «Розума» и департамента культуры мэрии города Тольятти Зиновию Нестеренко. Thank you.
Карауловой сцена Самарской филармонии давно уже стала родной. Она очень часто выступала здесь и как солистка, и вместе с симфоническим оркестром. Выпускница Центральной музыкальной школы нашего города в классе заслуженного работника культуры России Марины Ивановны Богдановой. За ее плечами просто море всевозможных побед и достижений, но последние и самые значимые для нее следующие. Первое место на международном конкурсе пианистов имени Скрябина в Париже. Третье место на международном конкурсе юных пианистов имени Рахманина во Франкфурте. И, наконец, первое место на первом международном конкурсе пианистов в Гамбурге. Свою последнюю победу Елизавета одержала в этом, в 2011 году, после чего получила приглашение на выступление с сольными концертами в Германии и Испании. Ныне Елизавета Караулова обучается в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории в классе заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Киры Александровны Шашкиной. Йозеф Гайден. Концерт для фортепиано с оркестром ре-мажор, вторая и третья части. Солистка лауреат международных конкурсов, стипендиат премии губернатора Самарской области Елизавета Караулова. Thank you.
Еще один юный музыкант порадует нас своим талантом. Его имя Арсений Шульгин. Он москвич, ныне обучается в Московском государственном колледже музыкального исполнительства имени Шопена в классе заслуженного артиста России Писецкого. Имеет довольно обширный для своего возраста репертуар, а ему 12 лет. И за его плечами неоднократные сольные выступления в России, Европе. А в новом концертном сезоне Арсением Шульгиным запланированы 5 концертов с оркестрами в Германии. В этом проекте Арсений Шульгин будет исполнять сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, равно как и в нашем сегодняшнем концерте. Вы услышите первую часть 12-го фортепианного концерта Вольфганга Амадея Моцарта. Итак, в заключении первого отделения фестивального концерта Вольфганг Амадей Моцарт, концерт для фортепиано с оркестром номер 12, первая часть. Играет камерный оркестр «Волгофилармоник», дирижер Микаэль Цукерник, солист Арсений Шульгин. Thank you.
прозвучит Кармен Сюита Жоржа Бизе Родиона Щедрина. Внешне Кармен Сюита возникла как результат экстренной помощи Родиона Щедрина балерине Майи Плисецкой, которая загорелась страстным желанием воплотить на сцене образ Кармен. И всего за 20 дней Родион Щедрин создал транскрипцию номеров из оперы Жоржа Бизе «Кармен», используя не симфонический оркестр, а струнные и 47 ударных. Посмотрите, группа ударных инструментов занимает ровно половину нашей сцены. Сегодня это сочинение одно из самых ярких и любимых как слушателями, так и исполнителями. Итак, Жорж Бизе, Родион Щедрин, «Кармен Сюита». Вступление, танец, первое интермеццо, развод караула, выход Кармен и Хабанера, сцена, второе интермеццо, болеро, тореро, тореро и Кармен, адажио, гадание и финал. Играет камерный оркестр «Волга Филармоник», дирижер Михаэль Цукерник. Thank you.
Thank you.
Thank you.